муниципального округа Чертаново-Северное на июль 2023 года. Перед вами проект повестки дня очередного заседания в ноябре. Обращаю ваше внимание, что заседание Совета депутатов планируется 8 ноября. Это вторая среда месяца, не третья. Предполагается принять проект повестки дня за основу и предложить депутатам направить предложение по повестке дня в срок до 30 октября. Голосуем, кто за. Вопрос пятый. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново-Северное за 9 месяцев 2023 года. Коллеги, отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев перед вами. Значит, в принципе, что можно сказать в двух словах об исполнении бюджета за 9 месяцев? Исполнение расходной части бюджета идет в соответствии с планом. Тут вопрос вообще не возникает. А исполнение доходной части бюджета продолжает испытывать определенные затруднения. Все-таки, если мы исполняем расход где-то на 70%, там уже и больше, то в плане доходов, конечно, мы немножко отстаем. Говорить что-либо окончательно рано еще, потому что поступление доходной части, оно неравномерно.